Эту девушку опасаются даже мужчины. Ангелина Лукас дала эксклюзивное интервью телеканалу «ОТРАР». Самая сексуальная девушка-боксер из Шымкента защитила титул чемпиона мира. Бой проходил в Стамбуле. Соперницей Ангелины Лукас стала представительница Танзании. Несмотря на то, что у Стума и Муки было больше боев, Ангелине удалось победить соперницу, которая, к слову, грозилась съесть Ангелину. Она это говорила несколько раз, когда мы приехали в зону процедуры взвешивания. Она ходила, провоцировала меня и говорила это прям очень грубо. Потом, когда мы стали лицом к лицу, я просто свой взгляд не отводила. Потом, когда закончилось, мы стали друг от друга отходить, и она там стала матом по-английски говорить и сказала: «Я тебя съем». Ну, я ей ответила, что ты зубы сломаешь.